Первые жертвы первого гололеда. На улицах Саратова зафиксировано несколько массовых аварий. Водители называют одну причину – скользкая проезжая часть. Так, из-за обледенелой дороги на улице Панфилова водитель «семерки» не справился с управлением и его вынесло на встречную полосу. В уже столкнувшиеся автомобили врезался владелец иномарки. Водитель отделался легким испугом, а потому покинул место ДТП самостоятельно. А вот водителю отечественной «семерки» понадобилась врачебная помощь. Его с открытым переломом ноги увезли в лечебное учреждение. Массовое столкновение произошло и на улице Тархова. По словам очевидцев, участниками ДТП стали владельцы 6 автомобилей. В этот раз обошлось без пострадавших. 4 машины вот стояли, из-за гололеда они врезались. Вот. Мы как группа поддержки подъехали поддержать молодого человека. И вот у нас тоже